Стамбульский фестиваль – это в первую очередь главный смотр национального кинематографа Турции. Тут наряду с главным конкурсом есть конкурс, в котором участвуют ленты турецких режиссеров. Но важна и иная роль форума – показывать картины постановщиков из других стран. Об этом Азизе Тан, руководитель фестиваля. Нам важны отношения, которые связывают коллег-кинематографистов. Фестиваль в этом смысле лучший из возможных дискуссионных площадок. Тут встречаются те, кому есть что сказать в профессии. Идет обмен мнениями, обмен идеями. Варится питательный для творчества бульон. Это то, без чего кино жить не может. Один из примеров авторского кино Турции. Лента, поставленная Илмазом Эрдоганом. Называется фильм «Мечта бабочки». Главную роль исполнил известный турецкий киноактер Мерт Ферат. Он ответил на вопросы журналиста Евроньюс. В нашей традиционной фольклорной народной культуре есть сказители, которые на самом деле поэты. Традиции подобной нарративности, такого способа повествования уходят своими корнями в глубину столетий. С того момента способ повествования приобрел отличительные черты. Но, к сожалению, мало кто сегодня им интересуется и пользуется. К счастью, есть кино и есть режиссеры, которые работают в таком жанре. Они готовы рассказывать, в том числе и о курдской культуре. Это новый способ общения с миром, который, как я думаю, обогащает всех. Фильм «Илмазы Эрдогана» уже вышел в прокат ряда европейских стран. Benim kızımdan uzak durun. İyi olmaz sizin için. Binbir zahmetle ciğerlerinizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Bir de başımıza kalp işi çıkarmayacaksın, değil mi?